Всем привет! Всем привет, ребят! Мы дома. И нас встречает Пума. На самом деле уже прошло очень много времени после того, как мы приехали домой. Мы прям рано утром приехали. Детей завезли. Вот. И тут как пчелки убирались, наводили порядки. По идее, нам нужно позвонить и сказать, что мы скоро приедем. Нам до сих пор не позвонили. Ну да. Да. Просто им могут ответить в любой момент, и после этого момента, через час, они будут, грубо говоря, у нас. Хотя, если они поедут на какую-то работу, то... Ну, короче, ладно. Не будем о грустном. Давай о веселом. О веселом? Мы пьем кофе. У родителей, конечно, хорошо. Мы так отдохнули. Да, вообще супер. Развеялись. Ну, да. Но дома... Мы вернулись сюда, знаете, с таким: «А, наш любимый дом. Да, у тебя есть проблемы, но он все равно такой любимый». Я поубиралась, я думала, что у нас прям капец срач дома. А ты знаешь, я убрала игрушки, пропылесосила, и не так уж то у нас и плохо. Будь здоров, правду говорю. Спасибо. Вот, стоило просто убрать все игрушки по своим местам, и все. И дома чисто. Да. Единственное, что у меня столько стирки накопилось. Боже мой. Как только можно будет стирать, мне кажется, я несколько дней буду стирать и сушить, стирать и сушить. Пока нас не было, уровень опустился. То есть теперь у нас ничего не вытекает, все хорошо. Вот. Ну, единственное, конечно, мы не будем пользоваться водой на всякий случай, чтобы оно опять не это. Не будем ждать. Да. Что оно почему-то очень быстро наполняется, и поэтому мы не могли прям заранее заказать. И плюс у нас нет доступа, да, к самому этой штуковине. Да, ну там не видно. Там только видно, когда уже поздно. Когда уже вытекает. Не, ну обычно так и делается. То есть оно начинает вытекать, то есть там уже вода вытекает, ничего такого страшного. Ты вызываешь машину, и там на следующий день тебе приезжают. Но как-то у нас все получилось так, что выпали выходные, потом еще праздник, и у них почему-то там как-то очень долго брать разрешение. Ну, короче, попали на все, что только можно было. Еще солнце так сильно светит. Да, глаза не могу открыть. Я говорю: Ване, пошли пить кофе на улице, но сейчас предлагаю, наверное, пойти на веранду, потому что невозможно сидеть. Солнце шпарит. Да, а вариант, то, что там писали, типа на улице сделать туалет. Это, кстати, хорошая идея с отдельным этим септиком, например, отдельной какой-то небольшой ямой погребной. Вот для этого домика, например, который мы хотим в будущем делать. Вот было бы хорошо, чтобы они были независимы друг от друга. Было бы классно, да? Да, наверное, так и будем делать. Зачем нам тянуть в тот, если можно здесь можно будет сделать, да. Сделать там на один куб, на два куба, ну, то есть небольшой. Ну да. Септик био, который... И классно то, что мы теперь, когда будем купаться в бассейне в следующем сезоне, в туалет или переодеваться, не нужно бежать домой, где будет уже красиво сделанный ремонт. А можно будет сюда ходить. Ты думаешь, мы к следующему сезону успеем это сделать? Было бы неплохо. Хотя бы туалет сделать. Ну ладно, бассейн же успели к сезону сделать. Да, бассейн-то уже он, все, готов. Не, ну слушай. Сам бассейн готов. Шутки шутками, мы купались. Практически нет, сам бассейн-то готов. Да, ну я же говорю, шутки шутками, да. Мы купались. Все. То есть там сколько мы без бассейна были, не так долго. Пока была холодная вода, да. Потом когда наступила жара. Да, он был некрасивый, но мы плавали, мы купались, да. Дети купались. Детям вообще все равно, какой там плитка есть, нету плитки, они главное, не вспомнят. Главное бассейн. Да, это нам. Да, но ничего. Ничего. Сейчас с септиком решится вопрос, потому что, ну, в принципе, на этой неделе был план заканчивать плитку, но как, если, ну, нельзя пользоваться коммуникациями в доме, даже вот просто сходить в душ, в туалет сходить, да, приготовить еду, наверное, можно? Можно. Ну, на улице-то вода есть. Ну, да. Кстати, у нас на улице в этом... Вот здесь. Хотела объяснять, но думаю, проще показать. Вот здесь у нас вода просто вытекает в этот... В ливневку, да? Ливневку вот сюда, вот под туй. Так как это все-таки там руки помыть, ну, то есть ничего такого особенного. Вполне да. Достаточно. Оно раньше вытекало вот сюда, прям... Где газон. Но я эту трубу продлил и сделал, чтобы она не под травой выходила, а вот сюда.
под туйки. И нормально. Бежит. И тучки поливаются заодно. Да, супер. Классно. Угу. Вот, сейчас немножко передохнем и будем дальше что-то делать. Кто спрашивал за Пумочку, у Пумочки все хорошо. Так я же ее показал, вот она все. И она даже не всю воду выпила. Вы представляете? Да, да не, она у нас такая. А очень много времени на улице проводит. Вариант, чтобы она осталась без воды, она этот бассейн не осилила бы. Да, она у нас пьет воду из бассейна почему-то. Да, то есть, представляете, у нее вода в этой миске осталась? Чистая. Я по-любому уверен, что она ходила в бассейн пить. Да, 100%. Не знаю, насколько это хорошо, там же все-таки соль. Не знаю. Соль же, наверное, нехорошо. Кошки. Ну а что ты предлагаешь? Закрыть ее в доме? Не будет она сидеть в доме? Не знаю, пока ничего не предлагаю. Просто констатирую. Факты. Факты, да. О, слушай, солнышко вроде ушло. О, можно глаза открыть. Да. У нас соседи тут через забор. Они делают там сейчас ремонт у себя в доме. Но хозяев нет. Я хотел поговорить с хозяином. Они просто себе делали недавно септик. Прямо вот совсем недавно. Летом, да? Что-то такое было. Вот, да. И я хотел узнать, у кого они делали. Ну, чисто проконсультироваться. Чтобы нам приехали, может быть, выставили счет. Я думаю, ребят, вам тоже будет интересно, сколько будет установить септик в Испании. Я думаю, прилично. Что? Ладно, все. Я могу на эту тему разговаривать бесконечно. Это септик точно. Это моя любимая тема. Обращайтесь. Поболтаем. Можно трансляцию запустить. Моя девчулечка проснулась. Она уже покушала. Я ей на кашку поела. В общем, пришла посылка перед тем, как мы уехали к родителям. Пришла посылка с iHerb. И я Анечке заказала кашки. Сейчас покажу. Две вот такие каши, рисовую и овсяную. И вот сегодня ей овсянку дала попробовать. Я сделала на водичке и добавила немножко своего сцеженного молока. У меня в бутылочке есть. Вот. И потом она все заела бананчиком. Ваня сделал кофе, сам свой уже выпил. Мой еще стоит. Ваня там делами занимается. Вот, а мы с Анечкой, наверное, сейчас телевизор посмотрим. Пусть Ашка спит. Вот, пульт. Да, поела, поспала, поела. Красота, ляпота. Помните, недавно вам про подгузники говорила? Они появились в продаже. Я буквально вот у мамы дома была, обновила, в общем-то, Amazon и зашла посмотреть, и они появились в продаже. Я, в общем, заказала 3 упаковки размера на сейчас и еще 2 или 3 упаковки на размер больше. Вот, ну там по килограмму больше. Пусть лежат, потому что и цена, кстати, нормальная. Вот, и доставка тоже, ну, Amazon. Так что, наконец-то, мы сейчас уже М-ку берем. И многие мне рекомендовали другие подгузники. Блин, как же они? Йока, что-то там. Тоже японские. Но у нас я их не видела вообще в интернете. Вообще на Амазоне таких даже не было. Что я видела в Инстаграме, многие мамочки их рекламируют. Именно рекламные посты были и сторис. Но у нас в продаже я их не видела. А еще я нашла еще один сайт японский, который у нас здесь в Испании находится. И у них я заказала 2 упаковки Мэрис подгузников. Так что они в течение недели должны прийти. Вот. Но и тоже по хорошей цене. Я посмотрю, если в принципе норм, то буду у них заказывать в дальнейшем. Вот, потому что Аня буквально сколько там, буквально несколько дней была в этих обычных подгузниках, которые в супермаркете продаются. Вы меня извините за подробности, но ее попа просто это какой-то жесть. Жесть. При том, что я, когда меняю подгузник, мою.
ребенка, и у нее настолько нежная кожа, что она просто вмиг становится красная, с ранками. Это просто какой-то ужас. И вот я добилась, заказала много. Ваня говорит: ого, сколько подгузников. Да, пусть лучше будет много, по килограммам нормально мы проходим. Так что я запаслась, дай Боже. И Анечка сейчас спит, у нее вечерний сон. Третий больше она спать уже не будет, потом уже на ночь пойдет спать. И я, наверное, думаю себе... Включу видеоняню. И я, наверное, думаю себе чай сделать. У нас вокруг нас ходит туча, но, судя по прогнозу погоды, дождь пойдет аж в четверг. То есть послезавтра. Не сегодня, не завтра, а послезавтра будет дождь. Я побиралась во всем доме. Единственное, что вот я не могу убраться на кухне. И потому что здесь нужна вода. Нужно помыть посуду. И не могу заняться стиркой. Вот. Так что да. Так, я хотела чай. Благо чай попить можно. Я забрал Ванюшку из школы. Да? Тебя... Да, я иду к маме, К маме? Мы, в общем, съездили... Что? И конюте, да. Мы с Ванюшкой съездили, нам нужно было поменять колесо на папиной машине, потому что оно спускало. Вот мы его ремонтировали, оно все равно спускало. Ну, в общем, решил я поменять оба задних колеса. Подожди. Мы заехали в магазин, купили все. И теперь отправляемся домой. Да, и по поводу канализации. В общем, ребят, позвонил я в который раз. Мне сказали, что разрешение дали в последний момент. И завтра в первый час, то есть где-то в 8 часов машина выйдет, где-то в 9 она будет у нас. Так что все, завтра у нас уже проблема эта решится. Наконец-таки. Не прошло и полгода. Среда, ребят, среда. Я звонил в субботу. В среду аж приеду. Представляете, насколько это все медленно. Я звонил еще в другие компании, там тоже не быстрее было. Мне в четверг назначали. Ну, в общем я в шоке от того, как это все медленно. Вот поэтому, скорее всего, мы сегодня поедем ночевать в отель. Тут неподалеку, недорогой отель. Мы нашли ночку, чтобы спокойно можно было принять душ и там все остальные нужды можно было справить. Вот завтра уже мы будем людьми. С канализацией. Мы прям вернулись в Европу, когда еще не было канализации, знаете? Вот в то время мы вернулись. Анечка уже дома. Ну, давно уже, на самом деле, все дома. Анечка, что, прямо сюда, на мой. Да. Мы сели ужинать. Я сделала овощи, оливки, курочка, булгур. Ванюша все то же самое, только без салатика. Помидорку будешь? Да, я хочу. Будешь помидорку? Давай, помидорка, это полезно. Да. Чтобы животик не болел, да? Все, мы едим. Анютка там ползает. Так что всем приятного. Едим и уезжаем. Да. Все, сытый и довольный. Идем в отель, который находится в 15 минутах от нашего дома. Очень удобно. Слушай, мне кажется, даже отсюда примерно столько же ехать до садика. Да? Ну, плюс-минус. Так же, как от нашего дома. Нет, там ж минут 6. Ну да, ну ладно. У нас минут 6 спускаться. Тут минут 15. Хотя 15 минут до нашего дома. Ну, плюс-минус, наверное, одно и то же выходит. Здесь очень много отелей. И сейчас цены, конечно, на отели просто класс. Такие были бы в августе, да, цены? Ага, вообще были бы. Всегда. Да, классно. 4 звезды, вот этот в этом отеле мы будем. 4 звезды, 55 евро. Что супер. У нас в нашем городе 180, да, евро? 180 евро ночь стоит. Но там их просто мало, наверное, за счет этого. А здесь отелей, вот табличка с отелями. Тут просто огромная конкуренция.
И вот они ценами завлекают. Нитка уже спит у нас. Красотулечка. Смотрите, это все отели. Заходим. Пока.